Территория отеля The Grand Azur. Главный ресторан. Бассейн. Водная горка небольшая. Номер 533. Ванная комната. Здесь у нас душ. Душ тропический. Одна раковина. Фен. Туалет. Две отдельные кровати. Покрытие здесь ламинат или паркет. Плазменный телевизор. Чайный уголок. Балкон с видом на дорогу, на горы. Балкон средних размеров. В ресторане у нас рис. Это говядина. Макароны. Лук. Курица. Котлеты. Говядина. Рис. Уголок супа. Лепешки. Суп томатный. Здоров. Забыл. Салаты, нарезки. Фрукты. Мороженое. Вот и вся территория отеля. Завтрак в отеле The Azur, Grand Azur. Что у нас есть на завтрак? Омлет, грибы. Не знаю, что это. Помидоры. Помидоры с луком и яйцом. Яйца вареные. Трехминутные и пятиминутные. Выпечка. Здесь вот еще выпечка в таком незаметном месте. Суп томатный. Суп молочно-рисовый. Тут какой-то даже не рисовый. Рыбки, маслины, йогурт, два вида, погуще, фрукты, джемы, несколько, два-три стола сыров, колбасы, ну, есть фрукты, нектарины, арбузы, персики. Вот
мед, варенье, джемы, печенье, сахар, мороженое убрали. И на улице еще у нас здравствуйте. Мирова. Сиски. Здесь жарят яичницу. Луковые колечки там рядом. У нас пусто. Здравствуйте. Картофель фри. Блинчики. И шоколад. Пляж песчаный. Вид красивый. Единственное, что мне нравится в Мармарисе, когда ходишь в воду, такое ощущение, как будто бы по илу идешь. Ноги так немножечко проваливаются. И там дальше будет слева много общественных пляжей. Шезлонги очень близко стоят. Здесь еще, видите, такое расстояние нормальное, потому что, судя по всему, это территория отеля, пляж. Бар на пляже. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.